Привет, вот валялись тут железки у меня. Решил сделать небольшую прибудочку, вот такую, для арок. Посмотрим, что из этого получится. Естественно, потом надо будет это дело обкатать, дабы посмотреть, насколько это эффективно или наоборот неэффективно работает. Ну, такие всевозможные самоделки, они применяются давно уже, в основном в кузовщине. Вот решил слепить такую игрушечку, ей поиграться, и потом посмотрим, насколько это эффективно или же неэффективно. Это покажет, как говорится, ходовые испытания. Но пока берем и делаем. Начинаем работать. Первое, это убираем то, что лишнее. Вот то, что нам будет мешать. И потом продолжим вариться, привариваться, экспериментировать. Обрезаем пока что Вот все такая лишнее. конструкция получается из 3 пальцев. Вот. Угол выбран произвольно. Ну так, примерно на глаз. Там, как говорится, будет видно, что и как. Опять же, вот с тем, в каком месте насадку ставить, тоже еще пока что вопрос открытый. Это надо все будет обкатать. Вот такая вот загугулина получилась у нас. Сейчас я ее с другой стороны тоже чуть еще прихвачу, подобварюсь. И потом будем думать, куда приделать здесь насадку. Может, 2-3 места под нее даже сделать. И надо будет уже на ком-то, на чем-то хотя бы примериться, попробовать, как это будет выглядывать. Возможно, угол изменить там или длину вылета. Вот. Так что вот так пока прототип. Задумана эта идея. Может быть, даже больше, может меньше. Вот эта штука будет выдвигаться и фиксироваться на всякий случай. Почему? Потому что не угадаешь, где именно, на каком автомобиле нужно будет, именно чтобы сам инструмент находился здесь, 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 ну и так далее. Поэтому вот я сделал с приличным запасом, чтобы это все можно было обрезать и, так сказать. Конечно, тут небольшой люфток есть. Вот вопрос, как говорится, не в этом. Вопрос, в принципе, будет ли это удобно и так далее. Точно так же и длина его сделана здесь с запасом пока что. Надо эту идею будет обкатать. Вот так, побегал чуть тут по гаражам, посмотрел. Вот такой вот получился девайс. В принципе, вот такой вот вариант меня устраивает. Можно даже чуть поменьше обрезать, чтобы прям вот отсюда начиналось. Теперь надо сюда вварить какую-то вот такую резьбочку. Вот, имплантировать туда. И попробовать уже можно будет на чем-то поработать. Вот тут вот сверлим дырочку. Вот такой вот будет фиксатор, чтобы фиксировать вылет вот этой части. Вот, я думаю, будет удобно. Валялось что-то у меня такое, не помню даже откуда досталось. Ну, не важно. Все это собирается, как видно, на коленке из того, что под руками есть. Вот. Продолжаем работу. Приварил я штифтик сюда поворачивающийся для того, чтобы фиксировать выдвижение. Вот таким образом можно ее, допустим, если не хватит мне, можно ее и длиннее там сделать, вставочку эту, проблем нету никаких. Дальше здесь еще вот такую площадочку приварю, вот разметил. Здесь где-то полторашка металл. Вот таким образом она будет. И ее чем-нибудь таким надо более-менее мягеньким прикрыть, чтобы не травмировать, допустим, диск или ту же резину. Ну, по ходу пьесы будет видно. Получилась вот такая конструкция. Ну, это еще пока
прототип, но уже что-то похожее на то, что я задумал. Сварил я. Вот так фиксируется. Если надо. Надо. Вот она уходит. Теперь на вот это основание хочу что-нибудь более-менее мягенькое, чтобы не травмировать. Это термоусадка. Внутрь термоусадки вот такую на поролоне курку отработанную засуну и немножко ее бронеленточкой прикреплю. Это, как говорится, для пробы. И потом останется сюда имплантировать в это место, варить резьбовое соединение для того, чтобы ставить вот такие вот разные насадочки. И уже можно будет, наверное, по идее, начать на чем-то попробовать. Конечно, вот эта длина ручки, я еще раз повторюсь, я ее утрированно сделал больше, для того, чтобы, так сказать, не промазать. По идее, рычаг этот будет, я так понимаю, наверное, в половину короче, может вот так. Но это покажет, как говорится, работа покажет, как получается. Будет. Это накладочка сюда. Вот, внутри у нее тут шкурка с поролоном, она так более-менее нормально должна держаться. И сейчас ее проклеить. Есть у меня такая бронеленточка, проклею бронелентой и с подошвой пока что все. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Выглядит. Я тут еще пару-тройку слоев сверху дал. В принципе, хорошая такая подушечка получилась. Я думаю, она не будет травмировать, если буду попадать там на диск или еще куда-то. Края вот тут с запасиком сделаны немножко. Вот. Так что теперь ждем ходовых испытаний. И надо еще доделать вот сюда, вот имплантировать резьбовую часть, куда будут скручиваться сами насадки. Ну, в принципе, девайс, можно сказать, готов. Вот, я пока что его, как говорится, не крашу, не облагораживаю вот так в металле. Возможно, что-то придется переделать там, может быть, придется изгиб куда-то больше-меньше сделать или как-то, в общем, надо попробовать. Ну, вот такая вот задумка. Я в интернете много чего видел, всяких различных приспособ на эту тему. Вот, довольно-таки красиво исполненных. Ну, в данном случае я решил попробовать себе такую приспособочку. Эту идею я, конечно же, подсмотрел. Вот есть Геннадий Борисович, город Минск. Он тут показывает, рассказывает о своем аппарате. Я немножко другой его сделал. У него он, конечно, более универсальный, красивый сделан. Вот. Но я как бы решил попробовать. Если необходимость такая будет, повторить проблем нет, потому что есть и видео, и человек такой адекватный. Он и размеры все может подсказать, если что, я надеюсь. Вот. Второй вариант вот такой. С загармоничного сайта тоже. Вот такая вот на альпиншток похожая штука. Вот, ну и решил вот сочинить. В итоге вот что получилось. Приспособочка получилась. Если надо, опять же мы задвигаем, выдвигаем. Вот, сделал сюда еще ручку. Такую 5-6 слоев. Взял на нее. Термоусадки поставил. В принципе, вот такой прибор получился. Теперь будем его обкатывать. Длину тоже пришлось укоротить. Я походил по машинам, посмотрел, этого вполне достаточно. Вот такая вот получилась приблуда. Вот так на крючочке она будет у нас жить и работать. Все, всем спасибо за просмотр. Если какие-то отдельные советы будут есть, подсказывайте. Все знать и уметь невозможно. Так что жду разумных комментариев.